Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт романс» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Истина не гаснет». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Без вас, поверьте, поняла не сразу нелепой жизни и тревоги дня, как без любви прожить часы и я. Хочу сказать единственную фразу: без вас не будет муза петь. Я знаю, без вас не встанет лира на крыло. Без вас что будет в мире все равно. Я не живу без вас, лишь проживаю. Без вас не будет муза петь, я знаю. Без вас не встанет мира на крыло. Без вас что будет в мире все равно. Я не живу без вас, лишь проживаю. Я помню, как глаза в ночи сияли. Я помню тот неудержимый взгляд, что был блаженной святостью объят. И те цветы, что аромат роняли, потом камин горел для нас так ярко. И вы мне говорили о себе, но больше речь шла о моей судьбе. И было мне то холодно, то жарко. Потом камин горел для нас так и ярко. И вы мне говорили о себе, но больше речь шла о моей судьбе. И было мне то холодно, то жарко. Но уезжать вам надо было вскоре. Вы торопились, что еще сказать? Я не могла вас толком разгадать и прервала на важном разговоре. И вот теперь безудержное счастье, быть может, посетит меня опять. Я встречу вас легко, я буду знать, что встреча та моей лишь будет власти. И вот теперь безудержное счастье, быть может, посетит меня опять. Я встречу вас легко, я буду знать, что встреча та моей лишь будет власти. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт. Истина не гаснет». Стихи Вероны Шумиловой. Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».